Добрый день, с вами BI Consult. Меня зовут Максим. Сегодня мы в рамках краткого демонстрационного примера рассмотрим возможности построения self-service аналитики или аналитики самообслуживания на базе использования BI платформы ClickSense и колоночной СУБД от Яндекса ClickHouse. Как известно, Click сам по себе, то есть уже из коробки, позволяет получить данные из практически любого источника и доставить эти данные, разумеется, в подготовленном агрегированном виде конечному потребителю. Сегодня мы посмотрим, как это происходит в случае с ClickHouse. Для выполнения демонстрационного примера будет использована СУБД, описанная в документации самому ClickHouse с названием Star, звездочка, в которой сгенерировано порядка 60 миллионов строк общим объемом около 7 гигабайт. Наш целевой результат, который необходимо получить, это подсчет количества по всем заказам и подсчет количества по тем же заказам, но в разрезе поставщиков. В рамках классического подхода построения BI-решений на клике в общем случае приходится выполнить следующие этапы. Загрузка данных из источника, сохранение их в формате клика, при необходимости предрасчет данных, очистка, так называемые ETL-процессы, построение моделей данных и создание самих отчетов, то есть экранных форм, доступных конечному потребителю. Этапы подготовки данных, первичной обработки, построения моделей относятся к компетенции разработчиков BI. Построение же отчетов может являться прерогативой не только BI-разработчиков на сегодняшний день, но и, разумеется, обученных и подготовленных бизнес-пользователей и аналитиков. В случае подхода self-service или аналитики самообслуживания предполагается, что конечный пользователь, то есть бизнес-пользователь либо аналитик, получает доступ к исходным данным, в так называемую витрину, где данные могут быть представлены в виде максимально готовом к их использованию, в максимально понятном с точки зрения бизнеса, то есть таблицы могут быть названы семантически понятные, поля могут быть названы так, как их называют в жизни бизнес-пользователи и аналитики, и так далее, и так далее. И взяв эти данные, конечный потребитель может подготовить для себя необходимые ему отчеты, построить данные в тех или иных разрезах и так далее, и так далее. Вопрос построения самих витрин здесь рассматривать мы не будем, поскольку это достаточно объемный, разумеется, интересный вопрос. Именно поэтому соответствующий блочок здесь подкрашен серым цветом. Итак, перейдем к самим данным. Для того, чтобы получить данные из источника, которым на сегодня является ClickHouse, необходимо для получения необходимых нам результатов выполнить два вот таких запроса. Рядом с каждым можно видеть время выполнения каждого запроса напрямую в самом ClickHouse. Позже мы увидим тому подтверждение. В случае с применением классического подхода построения BI-решения нам придется выгрузить данные в том виде, в котором они хранятся в источнике полностью разово, на что потребуется нам 54 минуты. Расчет же показателей на загруженных данных будет происходить быстро, то есть в доли секунды, что мы тоже увидим. Попутно, чисто из спортивного интереса, мы сравнили работу аналогичных запросов на базе MySQL сервера, и можно видеть время, которое требуется MySQL серверу, чтобы обработать такой объем данных и выполнить нужные нам запросы. При подходе self-service для того, чтобы пользователю получить данные из источника, нужно в том или ином виде выполнить либо SQL запросы, которые представлены слева для ClickHouse, либо обратиться к витрине данных, где данные могут быть представлены в более
понятном виде для бизнес-пользователей, скажем, например, в виде материализованного view. Но в любом случае это будет тот или иной запрос. И в этом месте мы посмотрим на две возможности, которые предоставляет ClickSense. То есть это построение SQL-запросов напрямую для пользователей, скажем так, продвинутых, да. И вторая возможность – это выборка данных без необходимости написания каких-либо запросов, вообще каких-либо строк какого-либо кода. И загрузка этих данных в случае с ClickHouse, она произойдет за время там, буквально секундное. И конечные расчетные показатели на базе загруженных данных будут также считаться быстро. Переходим к заранее подготовленным демонстрационным приложениям. И первое приложение, модель которого, состоящая из единственной таблички, видно на экране. Можно видеть, что в нее загружены все 59 с лишним миллионов строк. И отчетность на базе этих данных можно посмотреть, повыбирать данные и увидеть, что все работает, клик не тормозит. Все хорошо. И второй режим, то есть режим получения данных при помощи прямых SQL-запросов, мы посмотрим во втором приложении. Модель приложения представлена на экране. В нем три таблицы. Первая – это таблица с единственной записью, где хранится сумма, количество по всем заказам. Вторая таблица – это сумма по тем же заказам, но в разрезе поставщиков. И третья табличка – это справочник поставщиков. Данное приложение было сформировано, скажем так, вручную, то есть мы зашли в режим редактирования скрипта приложения, подключились к источнику и выполнили необходимые нам запросы. Если перейти к построению аналитики, то можно видеть, что делая необходимые нам выборки, клик по-прежнему не тормозит, все считается, все хорошо. Говоря о третьем режиме доступа к данным, когда пользователю не нужно писать какие-либо запросы, а буквально в режиме визуальном, в диспетчере данных, можно построить необходимые нам запросы, то есть обратиться к нужному источнику, выбрать нужные таблицы, которые могут быть, повторюсь, названы в виде максимально понятном бизнес-пользователю. Тем не менее, бизнес-пользователь может по своему там, желанию или необходимости что-то переименовать, чтобы ему было более понятно, и выполнить предварительную загрузку данных. Клик сейчас запрашивает порции данных из источников, производит свою внутреннюю работу и дает нам подсказку, что две таблицы могут быть связаны по одному из полей в каждой. Мы можем нажать кнопку «Применить», можем таблицы визуально перетащить, и связь автоматически будет построена. Теперь данные можно загружать. Как мы видим, загрузка произошла за одну секунду, меньше ClickSense не показывает. Модель приложения напоминает предыдущее, в котором мы сформировали модель посредством выполнения прямых SQL-запросов к нашему источнику. В данном же случае пользователю не пришлось написать какой-либо SQL-запрос, либо скрипт. А если посмотреть на выполнение выборок в конечных визуальных формах, мы видим, что клик по-прежнему не тормозит, что у пользователя все хорошо. Таким образом, мы увидели, что ClickHouse сам по себе дает достаточно хорошие возможности для обработки больших объемов данных, о чем говорит время выполнения наших запросов, построенных поверх нескольких десятков миллионов записей. Совместное применение ClickHouse и Click позволяет обеспечить режим самообслуживания для бизнес-пользователей и аналитиков, что с одной стороны снижает зависимость от разработчиков BI и с другой освобождает время разработчиков BI для совершения других больших и важных дел. Ввиду того, что ClickHouse является не просто очередным источником для того же клика, а сам по себе внутренне дает
возможности по анализу данных, причем эти возможности могут быть реализованы поверх больших данных, мы получаем большой бонус в том, что можем воспользоваться этими возможностями из клика, таким образом расширить спектр предоставляемых возможностей как для реализации какой-то аналитики, так и предоставить дополнительные сервисы для наших пользователей. Вкратце у меня на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч!